В концертном зале Фескохола собрались почетные гости и преподаватели Морского государственного университета имени адмирала Невельского. Сегодня один из старейших вузов отмечает юбилей. Трудно себе представить, но ведь в молодом городе, 30-летнем городе, были заложены основы морского образования. То есть это подчеркивалась значимость города как не только военного форпоста России на Дальнем Востоке, но и как морского форпоста и кузницы кадров для всей Российской Федерации. История университета тесно связана с историей самого города Владивостока. Из стен морской академии вышли офицеры, которые внесли серьезный вклад в развитие Дальнего Востока. Сегодня МГУ имени Невельского – это престижный университет, который предлагает не только морские специальности, но и смежные. Я от себя лично поздравляю от лица всей администрации, от главы нашего города Игоря Сергеевича Пушкарева с юбилеем. Наш университет – это действительно гордость города Владивостока, его визитная карточка. Я желаю университету дальнейшего процветания, развития и поддерживать такие же тесные связи с городом Владивостока и не прекращать взаимодействие и обеспечение Владивостока судоводителей такими ценными кадрами, которые сейчас выпускает наш университет. Поздравить морской вуз с юбилеем приехали и бывшие выпускники, и депутаты, и коллеги со всего дальневосточного региона. А творческие коллективы города поздравили МГУ своими выступлениями. Выпускников МГУ имени Невельского всегда отличали не только профессионализм, но и высокие моральные качества. Сегодня в вузе открывается все больше новых факультетов, а это значит, что из стен академии выйдет еще больше востребованных специалистов. Дарья Панченко, Андрей Макаров, новости на Восьмом.